Всем привет и пожелания крепкого здоровья. Как известно, в последние дни правительство многих стран принимает неотложные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19. Такие же меры были приняты и в Украине. Для предотвращения распространения этой новой и достаточно опасной для некоторых категорий граждан болезни, правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на территорию полуострова Крым и города Севастополь и выезда из нее. Работу КПВВ на границе с полуостровом приостановлена до 3 апреля, если не будет принято иное решение. В этот период пограничники Государственной пограничной службы Украины должны пропускать на территорию полуострова только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых установлено в законном порядке, зарегистрировано в Крыму или в городе Севастополь, а также транспортные средства, грузы и прочее имущество. С территории Крыма должны пропускать граждан Украины, место жительства которых установлено в законном порядке, зарегистрировано за пределами Крыма или города Севастополь, а также транспортные средства, грузы и прочее имущество. Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с территории Крыма и города Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество. Выезд из Крыма и города Севастополь других категорий иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться по согласованию с Министерством кабинета министров Украины. Вот и все. Посмотрите сами, что сегодня происходило. Около 9 часов утра по киевскому или 10 часов утра по московскому времени на контрольных пунктах въезда-выезда Чангар, Чеплынка и Каланча. Как работали пограничные наряды усиленного состава, дополнительно усиленные нарядами национальной полиции Украины, а кое-где и служебными животными местного происхождения. Приятного просмотра.